Утюжок и средства для укладки – все, что нужно для создания образа в короткий срок. В Химках провели мастер-класс по созданию причесок. Парикмахер-стилист рассказала химчанкам, как правильно уложить волосы на праздник или просто для важной встречи. Впереди у нас Новый год. Все дамы хотят выглядеть самыми красивыми, самыми обворожительными. Не у всех есть возможность прийти в салон, поэтому мы сегодня хотели бы показать, как сделать эффектную прическу в домашних условиях. Такой мастер-класс салон проводит впервые, но выгодно подстричься можно и в другой день. Парикмахерская присоединилась к социальной программе «Вместе», предоставляет скидки льготным категориям граждан. В любом хорошем салоне любая стрижка-укладка начинается с мытья головы. Мариам Манукян уже более 20 лет делает красивыми женщин всех возрастов. Чаще всего самые простые и эффектные прически – это локоны. Но чтобы завивка не испортила волосы, необходимо правильно их подготовить. Ну, мы употребляем обязательно средства для защиты, теплозащита. И желательно инструмент, который более профессионально и быстро накручивать. Секрет хороших локонов в техничности движения. На мастер-классе подробно показали, как именно необходимо держать плойку или утюжок. Закрываем, накручиваем прядь волос вокруг утюжка и мягким движением подтягиваем вниз. Также специалисты рассказали, как правильно подобрать прическу и ухаживать за волосами. Спасибо вам большое. Весь процесс создания прически занял около 20 минут. Мастер утверждает, что такого может добиться каждый в домашних условиях. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.